Первые врачи в Дагестане привились от коронавируса. Вакцинацию прошли медработники Центральной городской больницы города Буйнакска. За несколько дней до введения вакцины медики прошли исследование на наличие вируса в организме и сдали анализы на определение антител к нему. Прививают только тех, у кого данные показатели отрицательны, то есть при условии, что человек не инфицирован и ранее не перенес COVID-19. Как отметили сами врачи, после прививки они чувствуют себя хорошо, никаких побочных действий не отмечают. Вакцинация добровольная. Во время пандемии эпидемия была, в принципе, в центре этих событий. Я видела, как люди страдают, как люди болеют, как люди умирают. Поэтому я по роду своей деятельности думаю всегда, что болезнь легче предотвратить, чем заболеть. У нас сама служба считается более рискованная. Мы входим в особую зону риска, наша специальность. Поэтому я считаю, что сперва руководитель должен сам привиться, а потом уже за ним пойдут наши сотрудники. Напомним, что антиковидная вакцина в количестве 42 доз поступила в республику в середине сентября. Двухкомпонентный препарат разработан учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. Прививки были проведены в Центре инфекционных болезней, который недавно был оснащен современным холодильным оборудованием для хранения вакцин.